Всем добрейшее утречко. Так, через минутку начнем. А я пока покажу вот такую книжечку. Одна из фундаментальных, один из фундаментальных трудов. Такой он не самый древний, но достаточно древний. Много есть переводов. Бхагавад-гита. Рекомендую всем, кто йогой занимается, хотя бы знать об этом. Если оглавление взять, то первая же, ну, вторая глава – это йога знания. Йога знания, гьяна-йога или джняна-йога. То, что я на канале там такую скучную статью повесил. Йога знания. Следующее – йога действия, отречение путем знания, йога отречения, йога действия, йога самообуздания, йога знания и реализации знания, йога вечного брахмана и так далее. Йога, йога, йога. Мне нравится этот перевод. Он такой адаптирован. Борис Гребенщиков адаптирован под наш менталитет, наш соотечественник. Практикующий и достаточно следующий. Он много переводит. Вот у нас есть минутка еще, да? Ну, просто пару глав прочитаю. Душа воплощается в теле. Кришна, Шри Кришна говорит Арджуне. Это я из контекста вырвал, конечно. Душа воплощается в теле. Тело естественным образом проходит стадии детства, юности, старости, а после смерти тела душа обретает новое тело, и мудрость, и мудрому это известно. От соприкосновения чувств с объектами восприятия возникает радость и горе. Они сменяют друг друга, как зима и лето. Научись их переносить, оставаясь невозмутимым. Тот, кого не беспокоит смена этих эмоций, тот, кто и в горе, и в радости остается внутри спокойным, тот достоин освобождения. Вот. Ну, и так далее. Это так, кусочек. Как смена времен года. Вот у нас сейчас началась осень. И мы продолжаем. Давайте посидим в тишине. Настройка на свою внутреннюю погоду, которая всегда меняется. То тепло, то холодно, то жарко, то горячо. То грустно, то радостно. Вот, позамечайте, что сейчас и как это будет меняться и как это будет меняться в течение во время воздействия тех или иных асан, там виньяс и прочих йоговских штучек, которые мы будем делать. Занятие у нас по йоге, хатха-йога. И для новеньких, кто, может, случайно там включился, в эфире Сергей Нежданов, преподаватель хатха-йоги, йоги и медитации. Я все-таки сторонник пурна-йоги. Онлайн ее не трудно передавать. Целостная йога. Целостная. Это и все виды, вот, которые я сейчас начал там читать в Бхагавад-гите, все виды йоги и тот раздел, который прижился на Западе и в основном 90% там, школ, студий он и пропагандируется, это оздоровительно-физкультурный аспект. Улучшение психоэмоционального и физического состояния. Ну, в общем-то, тоже уже неплохо, правильно? Давайте, на вдохе. Начинаем двигаться вверх по каналу, по центральному каналу. На выдохе. Вниз.
осознавание центрального канала. Это один из видов йоги, в йоге, в раджа-йоге. Один из видов практики раджа-йоги. Различные дхараны или дхараны, да? Различные фокусировка на различных процессах, на умственном, на энергетических аспектах, на позвоночнике, на дыхании. Это все, вот это седьмая ступень восьмиступенчатой йоги. Подготовка собственных медитаций, да, к джняне, вот этой. Ну, следующий. Ну, у меня есть план такой, немножечко опять, как вот позапрошлом, по-моему, году было, рассказать вкратце, тезисно, яма-нияма, асана-пранаяма, пратьяхара, дхарана, джняна и самадхи. 8 ступеней. Давайте на вдохе мы вырастаем, чувствуем по каналу движения, по позвоночнику движения с задней стороны, давайте, до макушки. На выдохе стекаем по передней части в промежность. И такой кружок зацикливаем. Кончик языка на верхнем небе, начинаем шумно, шумно дышать. Вдох, уджайи. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь внимание в правую часть шеи. Вдох. Правым ухом вверх. Также дышим, вытягиваемся, выдох. Слева вдох. Выдох. Справа вдох. Выдох. Слева вдох. Прямо вот. Выдох. Посерединке вдох. Вытягиваемся. Выдох. Теперь правый, вот с правой стороны, по правому каналу. Вдох. Правая ноздря. Выдох. Левый вдох. Выдох. Теперь передняя часть. Прогнулись. Вдох. Прогнулись. Выдох. Скруглились, прогнулись, вдох. Скруглились, выдох. Уджайи дыхание, вдох. Выдох. Хорошо, еще вдох. Выдох. Посмотрели в левую сторону, вдох. Выдох. Правый вдох. Выдох. Левый вдох. Выдох. Правый вдох. Внимание на дыхание. Уджайи. Влево развернулись. Вдох. Смотрим еще дальше. Выдох. Право развернулись. Вдох. Выдох, влево развернулись, вдох. Выдох, вправо развернулись, вдох. Выдох, по кругу давайте раз. Шейный отдел. Два. Три. Другую сторону раз. Два. Если очень сложно сидеть, встаем, встаем, стоя. Да? Три. Как я всегда говорю, удобно, чтобы удобно было.
Ноги вытягиваем. Теперь уже садимся. Ноги вытягиваем. Стряхиваем вот так. Стряхиваем. Вот так стряхиваем. Давайте. Сгибаем, разгибаем. Такую, ну, разминочку сегодня сидячую сделаем, сидячую, лежачую, и потом уже перейдем к стоящим асанам. Давайте, вот так. Ножку правую взяли, рукой покрутили. В одну сторону стопу крутим, в другую сторону стопу крутим. Угу. Натягиваем в одну сторону, натягиваем вот так. Вот так, в другую сторону. Хорошо. Пальчики покрутили, повытягивали. Каждый пальчик. Так, веером растопырили их и засунули пальцы руки. Вот так. Пальцы руки засунули и пальцы покрутили. Вот так. Пальцы. Растопыриваем пальцы. Не надо, чтобы они сжимались. Я знаю, у кого-то уже вот большой палец, там мизинец прижат. Вот надо всякими различными способами это предотвращать. Постучали. Постучали по стопе. Потрясли. Вытянули. Голове. Вытянули. Голове. Вытянули. Голове. И еще вытянули выше, в голове. Вытянули, держим, вдох. Выдох. Вдох. Уджая, выдох. Вдох, вот так развернулись. Выдох. В другую сторону развернулись. Вдох. Выдох. И потянули голова, колено, вдох. Хорошо. Немножечко новых движений будет. Согнули левую ногу. Покрутили стопой. Крутим в другую сторону. Так, хрустим. Натянули в одну сторону. Натянули в другую сторону. Пальчики. Хорошо. Теперь каждый палец потянули, покрутили. Каждый пальчик. Каждый пальчик. Теперь между пальцев засунули пальцы руки. Они толстые, поэтому пальцем ног придется растопыриться хорошенько. Попробуйте захват сделать. Вот такой. Получается? И покрутили пальцами. Вот. Пальцами покрутили. Покрутили, покрутили, покрутили. Угу. Включим. Кулачком, не стесняемся. Вытянули ножку. В голове. Вытянули. Вдох, выдох в голове. Вдох, выдох в голове. Тянем вдох, выдох, вдох, выдох. Взяли за ножку, развернули вдох, выдох. В другую сторону повернули вдох. Выдох. Хорошо. Отпустили. Потрясли ногами. Теперь вот такое делаем скручивание. Смотрите, с одной стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Развернулись. Выдох. И потихонечку углубляемся по мере возможности. Вдох, выдох. Вдох. Попробуйте головой коснуться. Вдох. Попробуйте
Коснуться. Ну, да. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Попробуйте сейчас руку вытянуть. Вот левая рука вытянуть в сторону. Раз. Угу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Уджая дышим. Дышим от живота. В другую сторону. Или просто вот в таком положении находимся. У кого получается плечо положить, положили, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Руки сзади. Ладошками вперед. Таз вверх. Вдох. Таз вниз, выдох. Таз вверх, вдох. Таз вниз, выдох. Таз вверх, вдох. Носочками потянулись вперед. Таз вверх. Голову откинули. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Таз выше. Выдох. Пять вдох. Сели. Ноги теперь поближе. Согнули. Второй вариант. Согнутые колени. Поза стола. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Таз к пяткам. Выдох. Венец. Таз вверх. Вдох. Таз между ладоней. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз к пяткам. Выдох. Таз вверх. Вдох. Между ладоней ноги выпрямляем. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз пятком выдох. Таз вверх, вдох. Между ладоней. Выдох. Еще раз вверх, вдох. Разливаем мышцы, суставчики растягиваем. Вдох. Таз между ладоней. Хорошо, сели. Обернули правую ножку вокруг левой. И попробовали положить колени. Раз. Вдох. Выдох. Держим еще вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Поменяли. Другую сторону вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ноги ширина коврика. Опустили в одну сторону. Вдох. Выдох. 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 Хорошо. Садимся. Ложимся. Ложимся. И стряхиваем кисти и стопы. Трясем. Тряску создаем. Такие волшебные стряхивания. Сейчас будем делать разные варианты стряхивания и вибраций для быстрого включения тела, лимфосистемы, кровеносной системы, высвобождения венозного притока. Это вызывает расширение сосудиков, рост кровеносного русла.
Трясем. Трясем. Хорошо. Это вот первый вариант, мой любимый. Лежа, такой пассивный. Я вот это упражнение взял из книжки, из практик медицины японского доктора Ниши. Остановились. Ну, отлично. Руки за головой. Ну, давайте, или вот так. Ножки на выдохе за голову. Раз. Опустили вниз. Два. Сделали вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Руки можно за головой попробовать держать. Выдох. Динамика. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Дыхание уджай. Выдох. Шумно дышим. Вдох. Через нос. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Остались халасаны. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Ножки упрямляем, выдох. Пять вдох. Выдох. Расслабляемся. На плечах стоим. И шесть вдох. Ноги вверх, выдох, руки в стороны. Хорошо. Носочки на себя, вдох. От себя выдох. Натянули на себя, вдох. От себя выдох. На себя натянули вдох. От себя выдох. На себя натянули вдох. На выдохе с правой стороны опустили над ладошкой. Смотрим влево. Выдох. Вверх вдох. Слева выдох. Вверх вдох. Справа выдох. Вдох. Выдох. Смотрим в противоположную сторону. Вверх, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаем над правой ладонью. Держим. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Подняли. Выдох. И потянули сверху. Вдох. И с левой стороны. Выдох. Держим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Не опускаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Подняли вверх. Потянулись руками, зацепились на носочками, за носочки руками. Угу. Толкнули. Или большие, давайте пальцы возьмем. Толкнули право, лево, под коленную впадину. Или обе сразу же. Ноги в стороны. Дышим, вдох. Растягиваем ножки, выдох. Пятки в стороны, вдох. Выдох. Уджай. Вдох шумно. Шумно вдох. Пятками вытянулись. Толка.
Толкаем подколенные впадины, вдох. Посмотрели вперед, выдох. И еще посмотрели вперед, вдох. Хорошо. Согнули ножки. Берем себя за коленочки, качаемся. Раз. Вперед-назад. Два. Три. И полный круг по часовой стрелке. Один. Два. Три. Массируем спинку, качаемся. Полный круг. Кто вернулся, обратно. Возвращаемся. Возвращаемся. Спинка будет крепкая. Здоровая. Если у кого есть болевые ощущения, острое состояние, то, ну, конечно же, не делаем, да? В любом случае, если есть острое состояние какой-либо части тела, что-либо, делаем очень тихонечко, лояльно, пропускаем, делаем не все, но делаем. Раз уж подсоединились, давайте пробуем встать без рук. Потянулись вперед и вытянулись вниз. Ножки выпрямляем. Посмотрели вперед. Вдох, посмотрели назад, пальцы назад, выдох, вперед, да? Назад, выдох, голова к коленям, взгляд вперед, вытянулись, голова к коленям, хорошо, сгибаем коленочки, обратно садимся, пятки на полу. Пяточки на полу. Потянулись вперед. Пятками вниз. Пальцами рук. Макушкой вперед. Вдох. Выдох. Выдох. Ну и, соответственно, что не сделать, не получается. Мы пробуем, как это тело сейчас может сделать. Да? Ничего такого сложного и опасного мы не делаем. Где можно травмироваться, но все равно без фанатизма. Хорошо, три руки назад. Большой указательный палец соединили, голова в пол, пятки в пол, таз в пол. Растянули спинку, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. А давайте вспомним про тему сели, про тему прошлой недели, брюшные замки. Вот кто может, после выдоха втягиваем живот. Давайте попробуем здесь. Вдох. Выдох. Втянули. Ладошки перед собой. И переходим в бокасану. Можно вот так таз приподнять. И попробовать отсюда перейти в положение на руках. Если не получается, тогда вот ножки вот здесь. И пробуем поставить локти в стороны. Пробуем поставить голени на плечевые косточки в районе трицепса. Вот так качаемся вперед-назад. Если есть подушка, ставим перед головой подушку, чтобы не страшно было вот сюда. Вот так, чтобы не страшно было опуститься. У кого уже есть контроль, можно качнуться вперед, коснуться, назад коснуться. Вперед, вперед коснуться, назад. Хорошо. Встаем. Замок. Замок делаем. И с круглой спиной поднимаемся вверх. Замочек выворачиваем. И вот таким образом вверх. Вдох. И тянемся. Тянемся.
Тянемся назад, голова вперед, на носочках встали, копчик вниз, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Опустились вниз, выдох. Поменяли замок на противоположный. Вывернули. Назад. Голова вперед. Копчик вниз, вдох. Выдох. На носочках встали, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опустились, выдох. Хорошо. Так, извиняюсь. Шнурочек развязался. Теперь встаем ножки так удобно, ширина таза. И начинаем одно, другое колено. Вот так, одно, другое колено сгибать. И вот так быстро создаем тряску. Вот еще один вид тряски по всему телу. Разноименное сгибание коленей. Трясем, трясем, трясем. Трясем коленочками, тряску вызываем. Трясем. Кистями трясем. Вот, ягодицами трясем. Всем телом трясем. Приятно? Хорошо. Остановились. Теперь сгибанием вот таким. Вот такая тряска. Вторая тряска. Можно с подбрасыванием пяток. Тряхиваем руки. Ага. Лицо. Обратите внимание, что нужно расслабить лицо. Улыбнуться, если оно не расслабляется. Потрясти. Трясем там грудью, плечами. А. Остановились. Наблюдаем. Еще один вид. Встряхивание – это прыжки. Прыгаем. Прыгаем. Если есть дискомфорт в позвоночнике, тогда более лояльно, без подпрыгивания. Но вообще, прыжки очень круто делать на скакалочке. Не только в детском возрасте. Справа налево, справа налево. Давайте, давайте попрыгаем. Скручивающее движение. Очень аккуратненько, лояльно. Своему телу. По одной ножке. На одной ноге. Вспоминаем детские игры. На другой ноге. На одной. На другой. Встали. Ноги ширина таза примерно. Почувствуйте разницу, что меняется. И из таза начинаем раскручивать тело. Обратите внимание, стопы. Раз, вот так можно. Это вариант. Вариант. Без поднимания пяток. А теперь давайте попробуем вот так закрутиться. Раз. Оп. Два. Да? Раз. Пробуем. Два. Раз. Два. Раз. Попробовали, дальше идем.
постукивание. Таз, крестец, низ живота, низ спины, серединка, область поясницы, живот, область пупка, нижние ребра. Грудная клетка и лопатки. Сзади лопатки, спереди грудная клетка. И до шеи дотягиваемся. До шеи. Хорошо. Остановились. Шагнули широко. Пирамидку, руки в стороны. Как-то не надо вот так стать. Руки в стороны и потянулись, ногами толкнули пол, руками, макушкой. Вдох. Выдох. Развернули ладошки и вдох. Выдох. Исходное положение. Вдох. Выдох. 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 Руки на колени, прогиб, вдох. Ножки в стороны, пальцы в стороны. Антипрогиб, выдох. Прогиб, вдох. Ниже опустились. Выдох. И еще ниже опустились, вдох. Круглая спина, выдох. Еще ниже опустились, вдох. Поставили пальчики. Прогиб, вдох. Антипрогиб, выдох. Прогиб, вдох. Антипрогиб, выдох. Прогиб, вдох. Хорошо. Ладонями толкнули колени. Спинка прямая. Развернулись через правое плечо. Посмотрели, вдох. Выдох. Через левое плечо посмотрели, вдох. Выдох. Через правое плечо, вдох. Выдох. Через левое, вдох. Выдох. Опустились вниз, вдох. Выдох. Качнулись на левую ножку, вдох. Выдох. На правую, вдох. Выдох. Шумное дыхание Уджайи. Вдох. Вытянули носочек вверх. Вытянули правую ногу, носочек вверх. Выдох. Левую ногу вытянули. Вдох. Выдох. Правую ножку. Вдох. Присели. Выдох. На левую присели. Вдох. Выдох. На правую присели. Вдох. Руки могут быть вот здесь. Выдох. Сидим. Вдох. Углубляемся. Выдох. Смотрим, что мешает. Внимание туда. Что мешает? Вниманием. Тут омываем как бы своим вниманием эти части. Чтобы они больше расслабились и пустили. В другую сторону. Можно руки сзади вот так. Ага. Или руки на коленях. Хорошо. Поднимаемся. Пирамида. Раз. Ножки выпрямили. Таз. Пирамиду давайте пошире. Таз назад. Руками вперед. Потянулись. Делали вдох. Выдох. Втянули живот. Вспоминаем про живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Опускаем голову вниз. Выдох. Руки назад. Если не получается, ну, например, это вот такой наклон, тогда вот локти, локтевой захват. У кого получается,
Руки сзади, ладошки сзади, голова на полу. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Хорошо. Разворачиваемся на к правой ножке. Колено вниз. Еще дальше разворачиваемся. Левый таз вниз, правая ручка назад. Вдох. Выдох. Хорошо. С левой стороны вот так поставили ладошки, попробовали опуститься. Выдох. Угу. Правая ножка чуть-чуть в сторону. И пробуем опуститься. Выдох. Поднялись, вдох. Опустились. Выдох. Поднялись, вдох. Опустились вниз, выдох. Хорошо. Ножку выровняли. В этом положении ручки вверх. Вдох. Выдох. Левая вниз, правая сзади. Зацепили за ножку. Вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. Поменяли руки. Давайте вот так на колено. Поменяли. Потянули. Вдох. Выдох. Вдох. Можно вот такую гьяна, мудру знание делать. Ага. Отлично. А вытянули ножку переднюю. Мы этот блок частенько делаем. Из этих нескольких последовательность, да? Носочек на себя, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Тянули живот. Напоминаю, что те, кто помнит, тягиваем живот. Это будет улучшать эффект практики. Сгибаем колено. Отшагиваем. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Уджайи, вдох. Выдох. Да, выдох. Втягивание. Вдох. Выдох. Да, выдох. Втягивание. На носочках подняли, вдох. С правой стороны выдох. На носочках подняли, вдох. С левой стороны. Выдох. На носочках подняли, вдох. Пятки в пол, выдох. И левая нога вперед. Колено в пол. Хорошо. Таз ниже. Правой рукой, левой рукой потянулись назад. Вдох. Выдох. Хорошо. Угу. Справа поставили ладошки. Вдох. Пробуем опуститься. Выдох. Поднялись. Вдох. Посерединке. Левую ножку чуть-чуть в сторону. Опустились вниз. Выдох. Выпрямили ноги. Руки. Вдох. Все путаю сегодня. Выдох. Поднялись, вдох. Когда практика действует уже на структуры ума, начинает его как бы вырубать, и уже сложнее становится диктовать, контролировать, что мы делаем, и хочется просто замолчать и в потоке быть. Но
Онлайн этого не позволяет. Опускаемся вниз. Поднимаемся вверх. Ручки и удал. Приходится контроль осуществлять. Выдох. То есть дополнительная работа. Вдох. Речевого центра. Хорошо. Выдох. Правая внизу. Развернулись. Левую ручку назад. Захватили. Выдох. Ну ничего, как есть. Выдох. Эффект будет у всех. Вдох. Так, я смотрю, мы по времени уже должны заканчивать. Давайте. Выдох. Вдох. Будем медленно двигаться к завершению. Правой рукой захватили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. И вытянули ножку. Левую вытянули. Попробовали вдоль левой ножки уйти. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Прогнулись. Опускаемся. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Опускаемся. Втягиваем живот. Не забываем. Вдох. Выдох. Хорошо. Подшагиваем второй ногой. Садимся. Тоже стараюсь на каждом занятии. Поза ворона. Такая терапевтичная асана для... используется, ну, в терапии, в йоге, для, ну, в телесной, для высвобождения опорожнения кишечника. Ну, помогает, по крайней мере, при запорах. Если расслабиться здесь, давайте расслабимся. Ладошки перед грудью. И несколько вдохов и выдохов самостоятельно, втягивая живот. И уджайи вдох. Уджайи выдох. Удьяна банха. Хорошо. Садимся. Садимся с прямой спинкой. Ладошки вверх. Дыхание капалабхати. Резкий выдох мышцами живота. Произвольный вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох. Мощность. Вдохнули. Полностью надулись, полный вдох. Остановили дыхание, не дышим. Корневой замок и головой. Подбородок на грудную клетку.
Давдо. Со звуком Х, три замка. Живот, корневой, горловой, после выдоха. Тянули. Три замка. Пустили живот, сделали вдох, уджая, выдох, руки вперед, вдох, посмотрели на пальчики, выдох. Руки в стороны. Вот когда мы открываемся, можно про себя произносить: я открываюсь всему хорошему, и улыбнуться миру. Выдох. Хорошо. Ладошки. Пальцы соединили в гьяна мудру, мудро знание. Наблюдаем. Наблюдаем свое состояние. Что поменялось? Определяем психический свой статус. Состояние психики. Попробуйте в течение дня делать паузы на несколько секунд, чтобы прийти в себя, особенно если это какое-то тревожное состояние, волнительное, когда начинают эмоции идти. Можно сделать вдох, как вздох, выдох, и почувствовать, что сейчас происходит. Не хватило, вдох. Для того, чтобы прийти в себя, выдох. И определить, что, какая эмоция сейчас, какое чувство. Какое состояние. Вот. Ладошки перед грудью. Шавасана самостоятельно, по желанию, по возможности, по времени. Я закончил. Давайте представим свой день, свои дела, свои встречи. Представьте перед собой вот этот сгусток намерения, который, вытащите его вот сюда, который образовался, эта энергия высвободилась. Вот почувствуйте ее. И вот как намерение, что все будет хорошо, я открываюсь всему хорошему, направьте туда. Особенно если есть куда, если есть проблемная зона в теле, если есть проблемная встреча, если есть трудноразрешимая задача. Просто тогда направьте энергию. Не надо думать, как решить. Просто направляем энергию. Ум. То есть мы в результате практики ум делаем своим другом, а не постоянным контролером и комментатором. Для этого нужно научиться его видеть, наблюдать и останавливать, включать, выключать, запускать в нужное время и в нужном направлении мышления. Такая сложная структура, конечно, трудно о ней говорить, но наблюдаем в течение дня, что с нами происходит. В общем и целом, психика, как работает ум, сознание. И до завтра, я надеюсь, выходить в эфир по возможности ежедневно в это время. Напишу анонс. Спасибо всем.
кто занимался. Так, Алма Левтина, Татьяна, тут не полностью имена, Борис, Ирина, Ксения, Алекс, Юлия, не знаю, что это, Наталья, Ольга, Денис, Андрей. Все, всех всем прекрасного дня.